Исполняющий обязанности руководителя администрации Люберецкого района Владимир Ружицкий вручил трем молодым семьям свидетельство на получение социальных выплат. Сертификаты помогут им улучшить свои жилищные условия. Сертификаты на сумму более 3 миллионов рублей получили семьи Жариковых, Федорчук и Буслаевых. Благодаря муниципальной программе, которая действует в Люберцах с 2009 года, уже 29 молодых семей получили свидетельство о праве на социальные выплаты на сумму 31 миллион 878 тысяч рублей. Руководители предприятий, организаций и учреждений просим проинформировать своих сотрудников, молодых семей, которые до 35 лет, могут улучшить свои жилищные условия и в настоящее время являются нуждающими в их улучшении. Что существует такая программа, и они могут активно в ней принять участие. Соответствующие средства у нас в бюджете заложены и будут закладываться в дальнейшем. Луиза Егиасарян, Дмитрий Родзянко и Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.